первое движение – это бег. Просто колени высоко, и в каждую дырочку, в середину мы делаем шаг, встаем. Второе упражнение – два шага в дырочку. То есть каждый раз-два, 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 раз-два. Колени уже высоко не надо поднимать. Раз-два, раз-два. Другой ногой начинает другим боком, понимаете, да? То есть то слева начинает, то справа. Теперь одна нога здесь, другая внутри. Хоп, хоп. Можно перешагивать. Потом так. Постепенно вы делаете это движение прямым. Смысл в том, что нога от пола, как мячик, отскакивает. И руки работают. Такое движение. Следующее это. Внутрь, внутрь, наружу, наружу. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот. Ноги вместе врозь. Руки не работают. Просто тук-тук-тук-тук. Теперь, когда ноги соединяются, мы не на одной, не на двух, не на обеих ногах, а на той. Но колени надо соединить. И ступня чуть-чуть вот сюда выходит. За габариты. Следующие 4 шага. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. По ходу можно усложнять, например, добавлять вынос бедра. С фиксацией. Ну, сразу майки можно на этом движении выполнять и так далее. Теперь делаем. Эту ногу не ставим четвертым шагом. Она идет вперед. Вперед, приставной, вперед, приставной. Раз, два. Вперед, вперед, возможно. Сейчас смена ног. Вот так с фронтами. Все время щелк. Два касания внутри карты плечи. То же самое. Плечи на месте. Таз поворачивается. Левым боком, правым боком. Следующее движение от таза. Я поворачиваю таз, после дачи вышел наружу. После дачи. Через после дачи то же самое. Плечи все время на месте. А пояс нижней конечности поворачивается. В каждую клеточку двумя ногами по очереди. Но двигаемся. В ту сторону идем. Нога. Если разворачивается боком, значит левая нога. Она первый шаг начинает. Руки, как Саша сказал, и колено выше пояса. Такая частота не нужна. Вот. Делаем шаг. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот так. Коленочку вперед и до конца не перегибаем. Встаем. Держим прыжок. Сейчас помогаем. Прыжок, баланс. Впоследствии нужно добавлять то середину и стоечку меняем. Главное баланс. Пяточка, колено и голенька. То есть мы рассматриваем, если нога будет висеть здесь, нет, мы готовы к нанесению баланса. Поэтому раз, баланс, раз, баланс. Это всего лишь баланс, а здесь форма. Форма, которая куда? Смотрите, за ногами, внимание. Раз, два. Раз, два. Ближний входит, дальний заходит. И обратно, в обратном порядке. Не такие ходы, это как вот так. Так не заходит. Только раз, два. Опустились. Опять. Раз, два. Но добавляем ногу. Раз, два. Выход. Опустились. Раз. Выход. Опустились. Раз. Опустились. Можно делать малаш, а потом его малаш. А можно чередовать. Один. Малаш. Выход. Опустились. Один. Малаш. Двигаемся вдоль. Параллельно. Стенки вот эти. 8-10. Дальняя нога никогда не пошагивает. Она все время вот линию выбрались, да? И она идет в одной параллельно со стенкой. Проводит ближе нога. Форму руки всегда не имена. Спокойненько. Раз. Следующий. Сюда. Раз. И сюда. Этого не надо делать. Этого не надо. Этого тем более. Только нога. Как рожек выглядит. Раз. И стиль. Все то же самое. Но это сюда. Крепко. Раз. Два. Опять. Раз. Раз. Два. Дальняя нога делает шаг к этому. И вот здесь. Раз.
Внести. Дальняя нога, шаг вперед. Раз, через спину. Внести. Пять. Раз. Внести. Раз. Внести. Дальней ногой за шаг, через спину. Нога стоит вперед. Здесь я делаю. Раз, два. Вышел опять. Другая клеточка. Раз, два. Максимально быстро. Ближняя нога. Раз. Ножку оставили. Команда назад. Раз, два. Иди. Раз, два. Раз, два. Скорость удара не должна быть. Должна быть легкая. И самое главное, работа полная по клеткам. Раз, два. Раз, два. А вначале делаем взрыв. Добегаем до конца, и в конце делаем тоже взрыв. Один проход, ну, вполне достаточно. Какой взрыв? Отжимаемся. Приталкиваем себя, шлопаем груди, приземляемся и в каждую клеточку делаем шаг. И максимально часто до конца, в конце еще один взрыв. Это раз. Второе, то же самое. Встаем так и аналог программы. И видите, очень классное упражнение. Это все мышцы работают, дельта, да, грудь, трицепс. И те мышцы, которые у нас непосредственно выполняют всю ударную функцию. Мышцы кора частично. Когда руки, шпала когда между рук, просто делаем такую небольшую амортизацию. Руки вместе отжались. Почему? Потому что когда руки вместе, трицепс больше работает, да, локти к корпусу. Когда руки шире, больше работает грудная часть. И вот так. Нет, вот так. Раз. Ну и так далее. И вариации также с выпрыгиванием. Перепрыгиваем лестницу, отжался Камай, Яковский опять отжал. В общем, масса всего.